Всем привет, ребят! Наверняка вы заметили, что на моем канале немножко уменьшилось количество подписчиков. Давайте покажу. Немножко это на почти на 300 человек. Я сначала запереживал, начал там писать в службу поддержки, что случилось, потому что такой первый раз, такого никогда не случалось. Но на самом деле нашел статью, которая у нас закреплена здесь в настройках самого YouTube, на которой указывается, что и почему проходит такая вот проверка, чистка и блокировка каких-то неактивных аккаунтов, аккаунтов спамеров, аккаунтов ботов. И у меня 220 вот аккаунтов из России, хотя у меня российской аудитории очень мало на аккаунте, ну, порядка 5%. Вот. И некоторые скажут, что вот, там, может быть, ты подкручивал и так далее. На самом деле, я не считаю, что это правильный подход вообще в раскрутке аккаунтов. Ни в коем случае не нужно, если вам даже предлагают какие-то рекламные услуги, ни в коем случае не ведитесь, если у вас молодой канал, не заказывайте себе ничего, потому что это только может вам повредить, и аккаунт может быть заморожен, или заблокирован, или вообще удален. Вот. И, с одной стороны, я расстроился, что какое-то количество аудитории потеряется, да, а с другой стороны, ну, мне важно не количество, не цифра, конечно, когда аккаунт большой, гораздо, знаете, серьезнее подход, что вот у вас там какое-то количество подписчиков и так далее, но в данном случае это даже хорошо, что неактивные аккаунты удлены, потому что очень важна вовлеченность аудитории, мне приятно, когда вы пишете комментарии, когда вы обсуждаете мои посты. И вот самое ценное для меня – это вовлеченность вас в тот контент, который я для вас создаю. И даже он бывает с разным моим настроением. Спасибо, что поддерживаете. Вот. И я очень, на самом деле, рад, что все неактивные аккаунты у нас удалились. Теперь как бы показатели канала однозначно вырастут. То есть при соотношении количества подписчиков к лайкам. Вот, 266 у нас подписчиков удалилось, но я думаю, рост, благодаря вам рост канала продолжается. Спасибо большое, что подписываетесь, спасибо большое, что смотрите. Вот сейчас готовлю для вас новогодние ролики. Обязательно посмотрите, будет безумно круто. Вот уже в понедельник постараюсь для вас выложить офигенный новогодний ролик. Так что подпишитесь, обязательно нажмите колокольчик на канале. И всем спасибо, что смотрите и оставляете свои комментарии. Для меня это очень-очень важно. Мне хочется, чтобы мои ролики вас развивали, вам нравились. Я получаю огромное удовольствие, когда сам создаю данные видеоролики для вас. Так что будем на связи. Всем пока!